Несколько минут назад на Славянском базаре завершился второй конкурсный день детского вокального состязания. Наш Артем Скороль вышел на сцену под 13-м номером. Всего в конкурсе принимают участие представители 20 стран. Имена победителей держатся в тайне. Интрига разрешится уже завтра на церемонии награждения. Во время гала-концерта вместе с юными конкурсантами выступят и известные артисты. Мне кажется, я выступил достойно сегодня, показал все свои силы, на что я способен, и выложился на все 100%. Дети приезжают подготовленные, основная масса конкретно понимает, куда они едут, зачем они едут. И больше половины детей – это уже сформировавшиеся артисты. Славянский базар богат на вернисажи, творческие встречи, театральные премьеры. В эти минуты в летнем амфитеатре поет хор Турецкого. В Белорусском театре «Лялька» проходит первый спектакль кукольного квартала. Перед зрителями в КАЗе «Витебск» готовятся выступить и мастера искусств Казахстана.